После гибели известного актера Пола Уокера компания Universal Pictures объявила, что сотрудники считают своим долгом остановить съемки и оказывать всяческую поддержку семье Уокера. Однако тем временем младший брат актера Коди получил предложение заменить его в финальных сценах «Форсажа 7». Напомним, что 25-летний Коди Уокер уже работал на съемочной площадке культовой франшизы в качестве каскадера. А теперь о проектах, которые уже готовятся к выходу. Питер Фачинелли составит компанию Дилану Макдермоту в экшн-триллере «Морозилка». Их героев посадили в промышленный морозильник. Всему виной русская мафия, требующая у них 8 миллионов долларов. Кстати, в этом актерском составе засветилась российская актриса Юлия Снегирь. Tell me you're the good guys. Мэттью МакКонахи покорит огромные расстояния на межзвездном корабле в картине «Интерстеллар». В этом нелегком деле актеру поможет недавно обнаруженная черная дыра. В Голливуде этот сценарий был одним из самых известных долгостроев. Когда-то он заинтересовал Спилберга, который видел в главной роли Уилла Смита. После того, как на пост режиссера был утвержден Кристофер Нолан, роль отошла Мэттью МакКонахи. Because our destiny lies above us. В центре боевых действий снова оказался не стареющий герой боевиков Том Круз. В фантастическом фильме «Грань будущего» его персонаж Билл Кейдж попадает во временную петлю. Действие разворачивается в ближайшем будущем, в котором на Землю вторглась инопланетная армия. Кейдж погибает в первом же сражении, а затем каждое утро оживает, чтобы снова бороться и снова умирать. We lose everything. В следующей картине действие разворачивается вокруг девушки Юпитер Джонс, в генах которой заложена сила, способная изменить баланс во Вселенной. Главная роль в фильме «Брата и сестры Вачовски. Восхождение Юпитер» досталась Миле Кунис. По сюжету ее героиня видит во снах звезды, а в реальности моет туалеты. Но все меняется, когда она встречает бывшего военного Кейна, роль которого сыграл Ченнинг Татум. Some lives will always matter more than others.